Всем привет! Это Алиса Знарок, и мы начинаем выпуски наших влогов о жизни в Америке, о том, чем мы занимаемся в нашей повседневной жизни, о всем. Колокольчики ставим. Так что поехали! Приехали вы, а скажем мы. Вот. Welcome to America! Здесь живут Гавриковы. Мы вам не мешаем? Я жрать кофе. Ну без мата же. Че, YouTube можно мат? Так это не YouTube правило, а моё. Что, Лиз, ты говоришь, как выходной? Да. О, доброе утро, Рыжа. Доброе утро. Сегодня у нас вторник, и у нас одна из первых домашних игр. Мы играем в товарищескую игру Сайлендерс. И это моя первая игра в Нью-Йорке, потому что на прошлой игре я была в Коламбусе, помогала Оле Бобровской собирать вещи. Я всегда с собой беру видеокамеру. На что я вязалась? И поэтому не успела на игру. Я в таком предвкушении приятном, в первый раз на новом стадионе. Посмотрим, как там что. Он будет очень сильно скучать. Но на игру его взять не могу. Для вас я решила пройти по Таймс-сквера, хотя местные жители тут не ходят, а я все же таковым считаю, потому что здесь очень много народу, очень организованное движение, сложно пройти. Как истинный нью-йоркец, я заблудилась. Я иду, кстати, на хоккей со своей подругой, я ее называю Алиса. Она меня старается контролировать, пацаны, я буду биться за всех, за каблуков, за всех, кто не может биться, я буду биться. His second of the preseason, scoring number 10, Artemi Panarin. Половина подписчиков говорит, что ты каблук. Мы сейчас открою огромный секрет про Артемия. Тёма очень любит хлам. И это все идет в такой секретный шкаф, в котором только его хлам. Вот такие вот новости. Держи! Мэдисон такое легендарное место, и вот просто энергетика этого места настолько зашкаливает, что очень-очень-очень круто. А теперь я занимаюсь домашними делами, всякими продлениями наших всяких прав, машинных номеров и так далее и тому подобное, потому что после переезда это все это обязательно нужно сделать, потому что мы все время летом забываем это все сделать. Тём, куда вы собрались? Рассказывай. А завтра у Рыжего с Тёмой фотосессия, я обязательно это буду снимать, потому что она должна будет проходить в Центральном парке. И, по-моему, это Нью-Йорк Пост, газета. Они попросили вот Тёму вместе с Рыжим на фотосессию. Меня не попросили. Удивительно. А вот она и главная звезда, немного... Устал после своей фотосессии.
Тёма дает еще интервью, а Рыжий вот уже готов. Мы оставили ему джерси, пошли в Центральный парк гулять. О, телефон упал. Рыжий вообще очень плохо ходит, конечно, в Центральном парке, потому что здесь куча белок, и поэтому наша прогулка проходит в диком стрессе для меня. О, Господи. Вот такой вот Центральный парк. Очень красивое место. Наверное, одно из моих самых любимых в Нью-Йорке. Тут очень хорошо, уютно. И прекрасный воздух. Классно. И в любую погоду он классный, на самом деле, потому что очень зелено, красиво, очень такие старые деревья. Такой парк с историей. Вот так вот очень прикольно все сидят, отдыхают. Вот белки. Вот Шиза. Замечательно. Да. Будем искать своего рейнджера старшего сейчас. Куда ты спешишь? Почему ты такой шизанутый? Тёма, давай убирай. Убирай. А у нас нету мешочков. Материться-то можно у тебя? Нет, нельзя. Ты... Что? О. Давай это в мэр зайдем. А? И это как развлечение? Ну да. А Артемий пошел в Мерседес, я решила, что это не для меня развлечение. А он любит ходить просто смотреть на машины, когда у него есть свободное время. Поэтому он пошел там веселиться, а мы сразу же пришли домой. И вот посмотрите, маленькая звезда просто решила поспать теперь. Он устал. Скажи, я устал. Да. Наш день потихонечку подходит к концу. Я сегодня очень-очень-очень плохой человек. Я не буду готовить ужин. Я его заказала. Об этом Артем еще не знает. Но ничего не поделаешь, у меня нету времени готовить его. Вернее, время есть, просто я не успела. Вот. Пока я дома занимаюсь садоводством. Тёма, на шопинге. Грань большая, нет? Так и живём. Конечно, большая. Что делаешь? Ложись спать. Что смотришь? Я учу английский вместо тебя. Тебе нужней. Вот именно, чтобы я все заполняла. Учи английский, ложись, учи. Слышишь, да? Нет. Пойду лучше поиграю в что-нибудь. Доброе всем утро. Я направляюсь за город. Мы будем смотреть дома. Сегодня я и риэлтор, только потому что у тебя, Артемия, будет тренировка, и он, может быть, потом к нам присоединится. Просто он устает смотреть дома, и поэтому сегодня поеду я одна. И потом, если мне что-то понравится, тогда он подоедет и посмотрит. Все на мне. Все на мне. Зато я взяла машину. Первый раз за очень долгое время. Мне в BMW раньше засадиться-то не особо можно было. А теперь вот так как у нас только одна машина, Тёма прям щедрым стал. Рыжему, кстати, здесь даже нельзя на сиденье быть. Так вот мы подъезжаем к первому дому, который я буду смотреть. Ой, белка, уйди. Тут меня уже ждет наш риэлтор. Очень красивый район. Это вообще просто шикарный. Немножко, конечно, я на Тёминой машине езжу как Додя, но ничего не поделаешь. Такая вот спальня. Это я. Это вот на улицу. Ничего не видно. Это снова я. И сейчас спустимся вниз. Вот так вот. Очень интересно. Такая красота. Второй дом. Вернее, это третий. Второй все уже был никакущий. Очень тихо, спокойно, как раз как для таких бабушки и дедушки, как мы. Нам очень нравится вот этот вот
фасад из красного кирпича. Хотя до этого Тёма говорил, что это совершенно не его. Но с недавних пор мы в него влюбились. Вот такие вот красивые места. В прошлый раз, когда я брала Тёмину машину, я царапнула диск. И мне просто повезло, потому что диск уже был поцарапан в этом месте. И меня не убили, поэтому я еще жива. Вот. Но сейчас я вообще пошла на запретную территорию, но ты не ты, когда ты голоден. И поэтому я ем печеньку тут. Мне влетит потом. Я знаю. Но что я могу поделать? Мне же кушать надо или как? Так что, может быть, это будет прощальное видео. Короче, я в блоге теперь главный. Или где там? Во влоге. Блогер. Я влогер. Ты оператор. Я Спасибо всем, кто смотрел этот блог. Пишите свои комментарии, чего хотите увидеть, какие у вас вопросы, что поснимать в Нью-Йорке. Ставьте лайки, колокольчики, что там еще есть. Все ставьте, и хорошее, и плохое. Пишите, что хотите. Мне интересно любое ваше мнение. И фидбэк — это самое главное тут. Так что все, всем пока!